Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией, мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новинкой, называется DFXNet. Это онлайн-платформа, которая позволит нам зарабатывать как сложениями, так и абсолютно без вложений. Здесь все можно вот это прочесть. Далее опускаемся ниже. Идет план развития платформы на август-сентябрь. Также можно изучить. И DFXNet — это местная монета. Регистрация здесь наипростейшая, друзья. Прописываем логин, пароль. Вводим свой email адрес. Прописываем пин-код. Прописываем Pair кошелек. Разгадываем капчу, нажимаем «Зарегистрироваться». Вход по логину и паролю. Я же войду. И попали в кабинет. Это наша домашняя страничка. Как я уже сказала, DFXNet — это местная монетка. И она увеличивается с каждым новым пользователем. Я когда зарегистрировалась, монетка стоила 20 рублей 21 копейка. И вот пока я тут все разбиралась, читала, она уже стоит 20 рублей 25 копеек. Вот. И динамика за 24 часа здесь показана. Ну, здесь наша будет отображаться статистика. График регистрации, график стоимости монеты и график выплат. Стартовал проект 20 августа, друзья. Давайте пройдемся по вкладочкам. Ну, это наш личный кабинет. DFX Mining. Если мы пополним, ну, купим монетку, то мы здесь указываем количество монет. Нажимаем «Купить», и нам будет майниться монетка. Минимальный вывод отсюда на Pair — 1 рубль. Так, история аккаунта, настройки, там сменить пароль, выход. Вкладочка «Пополнить баланс». Я прикуплю одну монетку, и пусть она майнится. Здесь у нас можно пополнять с Pair, Kiwi и криптовалюта. Так, сколько у нас? 20-25, ну, пока микрофону 21 рубль я пополню. Пусть будет. Перебрасывать на платежную систему, пополню и после продолжу. И у меня на балансе на покупки стал 21 рубль. Это баланс у нас идет на вывод. Далее я иду в майнинг и прикуплю себе одну монетку. Циферку 1. Секундочку. Циферка 1. Нажимаю «Купить». У вас недостаточно средств. Чуть у меня недостаточно средств. Так. Купить. Нет, майнинг. Что-то не того. Не... Так, как же ее купить? А, у меня уже куплен. Баланс списался. Это у меня мышка два раза кликнула. Угу. И вот, смотрите, у меня начался идти доход. Нет. И потом я буду нажимать «Снять», и он у меня будет идти на баланс для выплат. Далее вкладочка идет «Выплаты». Как я уже сказала, минимальная сумма на Pair — 1 рубль. Здесь много платежных систем. Pair, Kiwi, Яндекс, карта Visa, MasterCard, Maestro. Выбираем. Ну, например, как я, Pair, кошелек, пин-код, сюда сумму. И нажимаем «Выплаты автоматические». Далее идет обмен баланса. Можно с баланса на вывод, на баланс для покупки. Менять, видите, уже 20-26, пока я вот микрофоню. Так, далее что? Здесь и бизнес-уровни еще есть. Это можно также ознакомиться. Они поощряют здесь это все прочесть. Вот. Так, бизнес-уровни. Конкурсы также присутствуют.
Далее. И, как я сказала, абсолютно без вложений зарабатывать на серфинге. Здесь довольно-таки дорогой серфинг. Самый дешевый это 5 копеек. Ну, серфинг все мы умеем просматривать. Так, вкладочка «Мои рефералы» отображается партнерская ссылочка. Партнерская программа 7,2,1%. Три уровня. Вкладочка «Рекламные материалы» находится партнерская ссылочка и баннеры. Так, также можно размещать рекламку, друзья, свою. Так, добавить сайт. Заголовок, краткое описание, реферальная ссылочка, краткое описание, время просмотра, выделить ссылку «Да, нет», последующий переход «Да, нет», нажимаете «Добавить». Ну, нужно пополнять как бы баланс на покупки. Вот. Далее есть телеграм-чат, телеграм-канал, группа ВКонтакте. Кликаем, переходим в группу ВКонтакте. Можно присоединиться, чтобы быть в курсе событий. Вот. Далее отзывы о работе в проекте. Сюда можно кликнуть и посмотреть отзывы. Вот люди выводят. Сегодня вот 154 рубля кто-то вывел. 5,60. Здесь вот, ну, выплаты идут. Выплаты автоматически, как я сказала. Вот. И рубль 16. Кто сколько? Вот. Ну, сами уже посмотрите. Новости читаем, видео, отзывы о проекте. Вот я вам показала, я вас перебросит опять же на ВКонтакт. Список выплат. Вот. То, что проект платит. Далее. И частые вопросы. Как бы это все можно прочесть. Кликаем, появляется ответ на вопрос. Вот такой вот новый проект. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Абсолютно без вложений на серфинге. Заглушек никаких нет. Ни баллов, ничего, ни кэшпоинтов. Просто набрали минималку на вывод. Рубль ставим на вывод. Всем удачи, больших заработков. Будет что выводить. Буду писать видеообзор по выводу, естественно. До новых встреч!